короче, отпад. Вот и пофотографировались. Я когда сюда шла, у меня было прям ощущение такое, что не может быть так, чтобы все было хорошо. Вот, обязательно что-то должно произойти. И оно произошло. Только я попыталась выставить фотоаппарат, он мне торжественно написал, что у него не установлено, он не видит карту памяти. Хотя карту памяти он видит. Дядя Руслан мне дал эту карту памяти, и я уже фотографировала с ней, но, правда, с другим фотоаппаратом. Так вот, почему-то Lumix прекрасно видел и считывал эту карту памяти. А этот фотоаппарат мне написал, что это не его профиль, и он эту карту памяти не читает. Внезапно. Причем времени у меня было очень мало. Я собиралась гораздо дольше, чем удалось поснять. Снять все это. Вот. Конечно, такого со мной еще не случалось, чтобы просто я пришла и не смогла сделать вообще ни одного кадра. Вот. Бывало, когда карта памяти была заполнена, и надо было частично что-то удалять. Бывало, когда были какие-то проблемы с погодой, с местными жителями. Ну, чтобы вот так вот прийти, и мне просто фотоаппарат написал, что он ничего не может снять, потому что карта не работает. Это странно. Фух. Просто меня это обескуражило. Вот называется, поснимались. Блин. Жопа вообще. А у меня так мало времени, и мне второй раз делать макияж совершенно не хочется. Не знаю прям, почему так произошло. Теперь мне придется переться обратно, а потом, наверное, опять переться сюда. В общем, спасибо всем, кто со мной был. В общем, пиписька получилась, жопа. Нифига ничего не вышло. Всем спасибо, все свободны.